30 октября 1984 года Робин Хойнс, как и другие жители США, ждала окончания рабочей смены, чтобы провести этот вечер со своей лучшей подругой, а следующий праздничный день с любимой семьей, сестрами и родителями. Хэллоуин был ее любимым праздником с самого детства. Робин жила в пригороде Лос-Анджелеса и работала менеджером ресторана быстрого питания KFC. К сожалению, ее любимый праздник стал для нее роковым. И утром 31 октября бездыханное тело Робин Хойнс было найдено в ресторане. Хотя в ее деле был свидетель, который мог помочь полиции быстро найти убийцу, преступление оставалось нераскрытым больше 20 лет, пока этот человек наконец-то не решил открыть свою темную тайну, и Хэллоуин как праздник не вернулся в семью Хойнс. А перед началом видео, как я и обещал в прошлом ролике, немного интересной информации о деле человека из Сомертона. Я не буду пересказывать его историю, так как, вероятно, все ее знают. А если кто-то из вас все же не знает или пропустил обновление, то сейчас на экране появится ссылка на мое первое видео. И в секции комментариев к нему есть ссылки на другие ролики, в начале которых я говорю об обновлениях по этому делу. В прошлом 2022 году человек из Сомертона был опознан. Это удалось сделать профессионалу своего дела, американскому специалисту по генетической генеалогии Колин Фицпатрик, благодаря которой были идентифицированы также десятки ранее неопознанных людей. По мнению Фицпатрик, человеком из Сомертона был 43-летний Карл Уэбб, который при жизни использовал имя Чарльз. Опознание человека из Сомертона до сих пор не подтверждено полицией Австралии, однако еще в прошлом году нас предупреждали, что это может занять очень много времени, так как это дело очень старое и не является приоритетным. А для подтверждения опознания властям нужно провести свои тесты и убедиться в правильности результатов. Итак, к чему я веду? Месяц назад слухи о том, кем же на самом деле был человек из Сомертона, разгорелись с новой силой, когда на скульптуре человека, сидящего на лавочке около пляжа в Аделаиде, нашли букет цветов и открытку с поздравлениями с днем рождения. Записка гласила: «Поздравляем с днем рождения настоящего человека из Сомертона, Карла Йозефа Хальбана. Шляпник, моряк, коммунист, шпион. Наше пожелание тебе в день рождения, чтобы правда увидела свет. Австрия зовет тебя домой». Внизу находилась подпись: «Твоя любящая семья, твой голос Софи и твоя любимая Джестин». Известно, что эту записку оставила Софи Хольцман, бывший адвокат из Аделаиды, которая посвятила 2 года расследованию тайны человека из Сомертона. Она утверждает, что у нее есть доказательства, что Колин Фицпатрик ошиблась, и на самом деле человеком из Сомертона был Карл Хальбан, европейский шпион, чей двоюродный брат работал над созданием атомной бомбы в Великобритании. Также, по ее словам, 2 года назад она передала досье на Хальбана полиции Южной Австралии. Хольцман говорит, что в волосах человека из Сомертона был найден высокий уровень стронция-90, а значит, до прибытия в австралийскую Аделаиду он был в другой стране на атомном полигоне. Она уверена, что человеком из Сомертона не может быть Карл Чарльз Уэбб, ведь он был инженером-электриком и не путешествовал по миру. Софи Хольцман также заявила, что видела имя Хальбана на фотографиях чемодана, который принадлежал человеку из Сомертона. По ее словам, в скором времени выйдет новый документальный фильм об этом деле, в котором она примет участие, так что будем следить за развитием событий. Порой жизнь бывает сложной, и мы все оказываемся перед вызовами, которые кажутся непреодолимыми. Многие из нас сталкиваются с эмоциональными и психологическими трудностями, которые могут затруднить наше повседневное существование. Я достаточно стрессоустойчивый и жизнерадостный человек, но временами я и сам сталкиваюсь с подобными проблемами. Например, с эмоциональным выгоранием и творческими кризисами, когда нет ни вдохновения, ни сил что-либо делать. В таких случаях очень важно найти человека, который научит справляться с ситуациями, раз за разом повторяющимися в жизни каждого. Для этого существует сервис подбора и видеоконсультации психологов «Ясно». «Ясно» предлагает широкий выбор психологов, готовых помочь обрести вдохновение и выйти из творческого тупика. Выбрать специалиста, который поможет разобраться в себе, не составит труда. Процесс подбора на сайте интуитивно понятен. Вы выбираете пункты, которые вас беспокоят, и указываете, что бы вы хотели обсудить на сессии. Специалисты «Ясно» имеют большой опыт работы. Средний срок консультирования – 7 лет. Здесь нет психологов без опыта или с образованием в виде краткосрочных курсов. Если у вас изменился запрос или вы хотите попробовать записаться на терапию к другому психологу, а по своему опыту я бы посоветовал поработать с несколькими специалистами, чтобы выбрать того, кто вам больше подходит, то в «Ясно» это сделать очень просто.
Также не стоит беспокоиться о конфиденциальности, так как все сессии проходят на собственной платформе. Все ваши секреты останутся под защитой. Не стесняйтесь обращаться к специалистам Ясно, ведь забота о своем психологическом здоровье – это первый шаг на пути к счастью и гармонии. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и обязательно воспользуйтесь промокодом CrimeTuber, чтобы получить скидку 20% на первую консультацию. Обратите внимание, что код нужно ввести перед бронированием сессии. Робин Люсиль Хойнс родилась в семье Вёрджила и Этель Хойнс 22 декабря 1962 года. В 60-е в доме этой семьи постоянно звучал громкий детский смех, ведь у Вёрджила и Этель было четверо детей, четыре дочери. Старшей была Ким. Через 2 года после нее родилась Робин. Через еще 4 года появилась на свет Патриша, или просто Триша. А самой младшей была Уэнди. Уэнди и Робин были очень похожи, и их можно было даже принять за близнецов, несмотря на разницу в возрасте в 6 лет. Все девочки этой семьи были дружными, делились друг с другом секретами и проводили очень много времени вместе. Имя Робин прекрасно подходило Робин Хойнс, ведь оно означает «яркая, сияющая». Именно такой она была. Во-первых, сложно было не заметить девушку в толпе, ведь у нее были роскошные длинные рыжие волосы. Во-вторых, те, кто хорошо знал Робин при жизни, описывали ее как очень жизнерадостную и дружелюбную. Эти качества всегда притягивали людей, и у Робин было много друзей. Так же, как ее старшая сестра Ким, в школе она состояла в команде девушек, которых называют флекстеры. Это что-то вроде чирлидеров. Однако, в отличие от чирлидинга, где много акробатических элементов, флекстеры делают упор на танец с флагами или другой атрибутикой. Для сестер Хойнс очень важной частью жизни была религия. Они были воспитаны католичками, но стали евангельскими христианками. Это течение отличается тем, что для них крещение в младенчестве недопустимо. Оно происходит в сознательном возрасте, когда человек может сам принимать решения. Робин часто ходила в церковь и помогала людям. Она участвовала в разных мероприятиях, организованных для сбора денег для голодающих, работала с маленькими детьми и, прежде всего, любила делиться своей верой с другими. Робин считала, что появилась на свет не просто так. Она была создана Богом с какой-то целью, и этой целью она сделала помощь другим людям. Ее сестры говорят, что любой мог обратиться к ней, если ему нужна была поддержка или теплое объятие. Как я сказал в самом начале, любимым праздником сестер Хойнс, Робин, Триши, Ким и Уэнди, был Хэллоуин. Каждый год они выбирали для себя интересные костюмы, вырезали тыквы, украшали дом и наслаждались особенной атмосферой этого дня. Дети 70-х-80-х говорят, что нынешний Хэллоуин совсем не такой, каким он был в их детстве. В то время детишки возвращались домой со сладостями, высыпали их из своего ведерка в виде пластиковой тыквы на стол или ковер и начинали сортировать их, выбирая самые вкусные, чтобы потом поменяться с друзьями. Сделать это было довольно легко, ведь тогда было не так много видов разных сладостей, как сейчас. В то время дети сами создавали свои костюмы. Они были неудобными и громко шуршали. Под маской Смурфика или Франкенштейна было сложно дышать. Но это мало волновало детей 70-х, ведь на кону стояло слишком много конфет. Сейчас все гораздо проще. Можно пойти в любой супермаркет и купить ребенку костюм вампира или привидения, или любой другой. В 70-е и 80-е все было гораздо примитивнее, и именно это делало этот праздник волшебным. В 1984 году семья Хойнс жила в пригороде Лос-Анджелеса под названием Уитиер. Отец работал в компании водоснабжения, где занимался ремонтом и техническим обслуживанием оборудования, а мать была домохозяйкой. 3 старшие дочери уже работали, а младшая, Уэнди, училась в школе. 31 октября 1984 года все они должны были провести вместе. Девочки превратились в девушек, но их любовь к Хэллоуину ничуть не ослабла. Для походов за конфетами они стали слишком взрослыми, но кто мог запретить им наряжаться в праздничные костюмы? Утром 31 октября Уэнди надела свой костюм льва в школу, а Триша – на работу. Она была официанткой в ресторане «Сизлер» и в качестве костюма использовала форму Робин, в которой та выступала в школе. И только старшая сестра, 24-летняя Ким, появилась в магазинчике в местном торговом центре, где она работала, в обычной одежде.
Когда они уходили по делам в тот день, Робин дома не было. 30 октября она работала в ночную смену. Как я сказал, она была менеджером в ресторане KFC. Ее сестра Уэнди позже рассказала в интервью, что если Робин задерживалась или решала пойти куда-то в последний момент, она обязательно звонила домой и сообщала об этом, чтобы за нее не волновались. Так произошло и на этот раз. Девушка решила остаться на ночь у подруги и сообщила семье, что появится дома только утром 31 октября. В тот вечер Робин вообще не должна была работать, но ее новая знакомая и по совместительству коллега Шерил попросила ее поменяться. Шерил недавно начала встречаться с парнем и очень хотела пойти с ним на концерт, но не могла из-за работы. Конечно же, Робин согласилась ей помочь. Поскольку теперь девушка должна была выйти на смену не утром, а вечером, на ее плечи легли все обязанности по закрытию ресторана. Нужно было подсчитать продажи за день, закрыть кассы, а также отнести все наличные в депозитарную ячейку банка, который находился недалеко от ресторана, через парковку, или же забрать все деньги домой. Конечно же, как любой другой сотрудник, который когда-либо закрывал ресторан, Робин прекрасно знала, что когда работаешь с деньгами, важно быть очень осторожной. Она была очень ответственным работником, и прежде чем пересчитывать дневную выручку, всегда проверяла, надежно ли заперта дверь. На следующее утро ресторан должна была открывать Шерил Фуллер, девушка, с которой Робин поменялась сменами. Она работала в этом KFC всего 2 недели, так как ее только недавно перевели сюда из заведения в другой части города. Когда в 9 утра она припарковала свою машину, она заметила на парковке желтый автомобиль Робин и очень удивилась, что та все еще находится на работе. Первой ее мыслью было, что коллега забыла или не поняла, что Шерил ее подменит. Возможно, она подумала, что речь шла о какой-то другой смене. Шерил и Робин были одними из 3 сотрудников, у кого были ключи и кто мог иметь дело с деньгами. Третьим был главный менеджер. Они всегда работали только в утреннюю или вечернюю смену, то есть открывали или закрывали ресторан. Шерил подошла к двери и вставила ключ. И тогда она поняла, что замок уже открыт. Она открыла дверь и вошла. Внутри было очень тихо. Она окинула взглядом помещение, и все было в полном порядке. Тогда она пошла на кухню, и там увидела, что Робин спит на полу. «Почему она ночевала на полу в ресторане?» – с недоумением подумала Шерил. Лишь когда она подошла ближе, к ней пришло осознание, что ее коллега не спала, она была мертва. Она побежала на улицу и нашла прохожего, который вызвал службу спасения. Детективы, которые прибыли на место преступления, сразу же поняли, что это был не несчастный случай, а убийство. Девушка лежала лицом вниз в луже крови, и эта лужа сформировалась на одной стороне. На левой стороне ее лица они увидели порезы, шея также была повреждена. На спине Робин они увидели еще 2 ножевых ранения, оба с правой стороны. Убийство совершил кто-то, кто ранее не имел такого опыта, не был в этом деле профессионалом. Вероятно, мотивом послужило ограбление. На полу лежали разные бумаги и личные вещи Робин. Например, фотографии ее племянников и племянниц, которые она всегда носила с собой, и ее кошелек с водительскими правами. Именно так полиция выяснила, как звали погибшую девушку и где она жила. Одного из офицеров отправили в район Уитер, чтобы он сообщил новости о смерти Робин и ее семье. Также около тела полицейские нашли интересный предмет – небольшой изогнутый кусок пористой резины. Они считали, что когда-то этот кусок находился в ручке сумки или рюкзака, то есть использовался как набивочный материал. Однако похожего предмета в ресторане они не обнаружили. Не было понятно, имеет ли это какое-то отношение к делу или нет. Но на всякий случай детективы упаковали этот кусок резины в пакет для улик. Также детективов заинтересовал сейф, который тоже находился на кухне недалеко от того места, где лежала Робин. Сейф был вмонтирован в пол, и достать его было невозможно. Его крышка лежала рядом. Детективы заметили, что кодовый замок выглядел совершенно новым. Вероятно, он был не так давно заменен. Но кое-где на нем была сколота краска. И по этой причине полицейские считали, что убийца Робин, пытаясь взломать сейф, колотил по нему тяжелым предметом. На замке также было несколько капель крови. Но когда эксперты попытались снять отпечатки пальцев, их не оказалось. Орудие убийства также не нашли. Так же, как ключи Робин от ресторана и ее машины. В середине того дня у старшей сестры Хойнс, Ким, сильно заболела голова, и в обеденный перерыв она ушла с работы и поехала в родительский дом, чтобы немного полежать.
Он находился всего в паре кварталов от торгового центра, в котором она работала. Подойдя к двери, она увидела записку, которая гласила: «Пожалуйста, свяжитесь с департаментом полиции Торренса. У нас есть важная информация о Робин Хойнс». Ее оставил тот офицер, которого отправили поговорить с семьей. Дома никого не было, поэтому ему пришлось уйти ни с чем. У Ким появилось нехорошее предчувствие. Она сразу же пошла на кухню и набрала номер, который был указан в записке. Однако там ей сказали, что нужных ей сотрудников пока нет, и попросили перезвонить через 20-30 минут. Тогда Ким позвонила своей матери Этель, которая в тот момент присматривала за детьми друзей. Этель попыталась успокоить дочь. Наверное, у Робин просто сломалась машина, или произошло что-то в этом духе. Но Ким это не успокоило. Вряд ли полицейские принесли бы записку в таком случае. Она снова перезвонила по номеру, и на этот раз ей удалось поговорить с нужным человеком. Ей сообщили, что тем же утром Робин была найдена мертвой в ресторане. Именно Ким предстояло сообщить эту ужасную весть всей своей семье. Сначала она позвонила матери, и Этель не поверила ей. Она начала кричать: «Это неправда, ты лжешь мне». Но Ким ответила, что очень хотела бы, чтобы это было так. Вместе они позвонили отцу. Младшая сестра Хойнс Уэнди была в школе, когда получила эту весть. Ее вызвали в кабинет директора, и когда она шла туда, она увидела в коридоре свою двоюродную сестру Бет. Уэнди подумала, как странно, что Бет здесь. Но кузина пришла в школу не просто так. Она рассказала, что Робин погибла. Лишь 18-летней Трише почему-то никто не позвонил. Когда она вернулась домой с работы, она увидела, что вся улица заставлена машинами родственников и друзей. И первой ее мыслью было, что умерла их любимая пожилая соседка, которую они считали своей бабушкой. И тогда она услышала от кого-то, что Робин убили, и упала в обморок. Когда она пришла в себя, она поняла, что на ней все еще надета старая спортивная форма ее сестры. Скоро наступил вечер, и дети начали стучаться в двери домов, чтобы получить свою порцию сладостей. Но дверь дома семьи Хойнс никто не открывал. Его обитатели сидели в полной темноте и пытались осознать, что произошло. Пытались привыкнуть к новому для них состоянию. Состоянию горя от потери очень важного человека. Для этой семьи Хэллоуин уже никогда не будет прежним. Ким, Триша и Уэнди остались втроем. Им было сложно смириться с этим, ведь сестер Хойнс всегда было четверо. Уэнди, которая жила в одной комнате с Робин, с трудом засыпала по ночам. Она привыкла видеть сестру на соседней кровати. Тем временем полицейские провели праздничный вечер в ресторане, пытаясь найти как можно больше зацепок. На двери не было никаких признаков взлома. Замок был цел. И это могло означать только одно. Тот, кто убил Робин Хойнс, вероятно, был с ней знаком. Она сама его впустила. Люди, которые хорошо знали девушку, говорят, что она никогда не впустила бы незнакомца. Она прекрасно осознавала, что мир полон опасностей. Это должен был быть кто-то, кого она знала и кому доверяла. На столе были найдены бумаги и калькулятор. Судя по всему, когда в ресторан пришел убийца, Робин как раз заканчивала бумажную работу. Затем ее внимание отвлек стук в дверь, и она открыла ее. Она чувствовала себя в безопасности. Но кто пришел в ресторан в ту ночь? Кто-то из ее друзей, коллега или, может быть, постоянный посетитель? 80-е уровень преступности в Южной Калифорнии был очень высок. Основную часть преступлений составляли наркотики и разборки между бандами. В то время в Лос-Анджелесе происходило 4 убийства в день. Уровень преступности в городе был одним из самых высоких по стране. Но убийство Робин Хойнс стояло особняком. Оно отличалось от других похожих преступлений. Во-первых, тем, что район, в котором она работала, не был криминальным. Во-вторых, она была дружелюбной девушкой, которая не вступала в конфликты. Никто из запрошенных полицией людей не смог назвать ни одного человека, у которого мог быть мотив к убийству Робин. В дни после убийства полицейские пытались найти подозреваемых и мотивы. Но дело продвигалось очень медленно. Единственное, в чем они были уверены, так это в том, что Робин была знакома со своим убийцей. И эту теорию подтвердило также вскрытие. Девушке нанесли 2 ранения в спину. И это говорило о том, что она не ожидала нападения и спокойно повернулась к убийце спиной. Также не было никаких следов борьбы. А на ее руках не было ранений, которые бы говорили о том, что она защищалась. Как я говорил, на шее и лице Робин также были порезы. Вероятно, их убийца нанес со злости уже после того, как понял, что не может взломать сейф.
Учитывая, что на столе недалеко от тела лежал калькулятор и документы, Робин явно еще не закончила работу. Значит, деньги должны были быть при ней. Но на кухне они не были найдены. Детективы считали, что перед тем, как открыть дверь незваному гостю, Робин могла убрать их в сейф для безопасности. Помочь полиции подтвердить или опровергнуть эту теорию могла Шерил Фуллер, коллега Робин. Именно она нашла тело. Шерил рассказала, что Хойнс прекрасно понимала всю ответственность работы с деньгами и всегда сама напоминала Шерил, как важно убедиться, что дверь закрыта, перед тем, как начать работу с деньгами. Также от Фуллер детективы узнали, что обычно тот, кто закрывал ресторан, убирал деньги во встроенный в пол сейф на кухне. И лишь за полторы недели до убийства Робин политика изменилась, и им дали новые инструкции. Согласно новым правилам, теперь им нужно было сложить все деньги в сумку, а затем пойти в банк, который находился в 4-5 минутах ходьбы, и засунуть сумку в ночную банковскую ячейку. Честно говоря, не уверен, как это устройство правильно называется, но это что-то вроде почтового ящика, в который можно положить деньги, даже если банк уже не работает. На следующий день сотрудники банка обработают платеж и переведут деньги на нужный счет. Если же менеджеры не хотели идти в банк или переживали за свою безопасность, они могли также взять сумку с деньгами домой, а в светлое время суток принести ее в банк и передать сотрудникам. Новые правила были введены не просто так. Руководство обнаружило, что из встроенного сейфа исчезают деньги. В первый раз это произошло 15 октября 1984 года, а затем 18 октября, когда пропала крупная сумма в $1120. Первое загадочное исчезновение денег заметил Робин, и всего через пару дней деньги пропали во второй раз. Хотя один сотрудник попал под подозрение, заявление в полицию так и не было подано, и руководство решило просто изменить правила обращения с деньгами. Шерил была одной из трех сотрудников, кто знал код от сейфа, поэтому полиция попросила ее открыть его. Для того, чтобы открыть сейф, была необходима не только комбинация цифр, но и два ключа. Когда Шерил вставила ключи и ввела код, выяснилось, что детективы были правы. Вся выручка за тот день, $600, лежала внутри вместе с чеками. Это означало, что грабитель не взял деньги, однако царапины на сейфе говорили о том, что он пытался их забрать. Вероятно, он сначала избавился от Робин, потому что она знала, кто он, и могла его опознать, и лишь потом приступил к взламыванию сейфа, но его попытка окончилась неудачей. По какой-то причине он считал, что сможет открыть сейф без помощи Робин. В ином случае убийство не имело бы никакого смысла. Он мог угрожать ей оружием и требовать ввести код, но он пошел другим путем. Почему? Вероятно, потому, что и сам знал код. Под подозрение все больше попадали коллеги Робин Хойнс. И следующим, с кем поговорили детективы, был главный менеджер ресторана, 26-летний Грегори Ребда. Оказалось, что в тот вечер он работал вместе с Робин и помогал ей подготовить ресторан к закрытию. Также ему нужно было заполнить кое-какие бумаги и встретиться с бывшим работником, 23-летним Уильямом Маршаллом. Маршалл должен был вернуть форму ресторана, а также забрать портфель, который оставил на работе. Бывший сотрудник так и не появился, поэтому Грег решил помочь Робин с уборкой. В 11:15 он оставил Хойнс одну в ресторане и ушел домой, напомнив ей, чтобы она не забыла закрыть за ним дверь. Когда он сел в машину, у него появилось неприятное чувство, как будто за ним следят, поэтому он не уехал сразу же, а некоторое время понаблюдал за рестораном. Через окно он видел, как коллега заполняет бумаги. В конце концов, Грегори отправился домой, и как он признался детективам, пока он ехал, его не покидало чувство тревоги за Робин. Благодаря показаниям Грега Ребда, детективы смогли выяснить, что нападение произошло примерно в 11:30 вечера. Первое время сам Грег также был под подозрением, ведь невозможно было проверить, была ли его история правдой. Он сам поместил себя на место преступления незадолго до момента убийства, а это всегда выглядит подозрительно. Однако мотив полиция не нашла. А еще у Ребда были ключи и комбинация, ему не нужно было взламывать сейф. И следующим, кого допросили детективы, был Уильям Маршалл, бывший помощник менеджера, который проработал в ресторане в Торренсе пару недель. Сначала он работал в другом заведении сети, но 2 октября его перевели в Торренс. Главный менеджер Грегори Ребда заявил, что с Уильямом с самого начала были проблемы, хотя человеком он был неплохим. Буквально с первого дня он начал просить начальство об авансах, при этом несколько раз он опоздал на свою смену, что нарушило работу ресторана.
Также именно его подозревали в краже тех денег, которые исчезли из сейфа 15 и 18 октября. Всего три человека знали пароль от сейфа. Робин, который сообщил об исчезновении денег в первый раз, Уильям и Грег Ребда. Интересно, что 18 числа о пропаже денег сообщил Уильям Маршалл. Он был тем менеджером, кто закрыл ресторан 17 октября, и тем, кто открыл его на следующий день, 18-го. Видимо, он надеялся, что руководство поверит, что кто-то украл деньги ночью. Однако ранее в этом KFC никогда не происходили кражи. Поэтому Уильяма уволили, хотя доказательств того, что именно он украл деньги, не нашли. А на крышку сейфа установили новый кодовый замок, о чем Маршаллу, конечно же, не сообщили. Вместо Уильяма Маршалла в ресторане начала работать Шерил Фуллер. После увольнения Маршалл несколько раз просил главного управляющего вернуть его в ресторан и даже обещал возместить ущерб. Но Грег Ребда отказался взять его на работу, так как считал, что предлагая деньги, Маршалл признавал свою вину. Полицейские также узнали, что 30 октября Уильям Маршалл звонил Шерил, чтобы сказать ей, что зайдет в ресторан, чтобы занести форму и забрать портфель. Возможно, Уильям затаил на нее зло, ведь она заменила его в ресторане, и жертвой должна была стать Шерил. Он не знал, что она ушла с работы в 4 часа дня и поменялась с Робин, которая оказалась на месте преступления по стечению обстоятельств. Итак, полицейские решили допросить 23-летнего Уильяма Маршалла. Его описывали как очень дружелюбного парня. Также он был верующим и часто посещал церковь, как и Робин. Они поехали к нему домой, и дверь им открыл сам Маршалл. Когда он узнал, что полицейские хотят обсудить с ним убийство сотрудника ресторана, в котором он работал, он сразу же согласился поехать в полицейский участок на допрос. Уильям вел себя достаточно спокойно и сотрудничал с полицией. Пока детективы и подозреваемые ехали в участок, за Маршаллом постоянно следили. И детективы заметили, что он ни разу не спросил, кого же все-таки убили в ресторане. Либо его это не интересовало, либо он и так знал, кто погиб. Также полицейские обратили внимание, что на пальце его левой руки был пластырь. Позже, в комнате для допроса, пластырь неожиданно исчез с его пальца, и потом его нашли в пепельнице в полицейской машине. Похоже, он не хотел привлекать к этой ране внимание. На допросе Маршалл сказал, что весь вечер 30 октября провел дома со своей девушкой Ивон. Он вернулся в 7 вечера, затем ненадолго вышел в магазин, но с 8 часов он все время находился в доме. Когда его спросили о свежем порезе на пальце, он сказал, что порезался как раз 30 октября. Он помогал Ивон готовить ужин, и она попросила его порезать чеснок. Так он и получил эту небольшую травму. Также, когда его спросили, есть ли у него при себе оружие, он достал складной нож и передал его полиции. Позже его вернули ему, так как он был слишком маленьким и не мог быть орудием убийства. Маршалл предоставил полиции образец его волос и позволил снять отпечатки пальцев, а также разрешил им обыскать его часть дома и забрать одежду, которая была на нем 30 октября. Естественно, чтобы подтвердить его алиби, полицейские поговорили с его девушкой, не рассказывая ей, почему они интересуются Маршаллом. Ивон сказала, что весь вечер они с Уильямом провели вместе. Они приготовили спагетти и поужинали, а затем посмотрели пару передач по телевизору и легли спать, что полностью подтверждало версию Маршалла. Однако она отметила, что они легли не вместе. Ивон пошла спать в 9:30, а Уильям остался смотреть телевизор. Но скоро она услышала, как он лег в постель. Утром она также проснулась рядом с ним. Также полицейские показали девушке фотографию странного предмета, найденного на месте преступления, спросив, не знает ли она случайно, что это такое. Она не знала, и не было похоже, что Ивон врет и просто покрывает своего молодого человека. Возможно, самый очевидный вариант оказался ошибочным, и Маршалл все же не имел отношения к убийству, хоть у него и был мотив. Его отпустили. Тем временем семья Хойнса готовилась к похоронам Робин. Старшей дочери Хойнсов Ким пришлось на неделю переехать в отчий дом, чтобы поддержать родителей. Однажды ночью, уже после того, как она вернула свое съемное жилье, она разбудила соседей по квартире своими рыданиями. Единственным моментом нормальной жизни в первые дни после убийства Робин была поездка сестер Хойнс в Диснейленд, куда они отправились вместе со своими двоюродными сестрами, специально прилетевшими в Лос-Анджелес из Орегона, на похороны Робин. Скоро в мемориальном парке Роуз-Хиллз в районе Уитер прошли похороны Робин Хойнс. Проститься с ней пришло так много людей, что многие даже не поместились в церковь. Подготовка к церемонии легла на плечи 24-летней Ким. Сами родители были не в состоянии этим заниматься. Именно Ким выбрала гроб,
одежду и даже само место захоронения. Лишь один выбор был очень простым – выбор слов, которые будут украшать надгробие ее сестры. Так получилось, что незадолго до смерти Робин играла с другими членами ее церковной группы «Вопросы и ответы». И ее спросили, что бы она хотела видеть на своем надгробии, если завтра умрет. Ее ответ и стал теми словами, которые выгравировали на мраморной плите. «Робин здесь нет, она ушла домой». Как я сказал, очень многие люди пришли на церемонию прощания с Робин, даже те, кто почти или совсем ее не знал. Однако одного человека на похоронах не было – Шерил Фуллер. До Шерил дошли слухи, что семья Хойнс не хотела видеть ее на похоронах Робин, так как они винили именно ее в смерти дочери и сестры. Шерил решила не идти на церемонию, поскольку и сама чувствовала вину. Если бы она не предложила поменяться, Робин была бы жива. Конечно же, в убийстве не виноват никто, кроме самого убийцы, и Шерил не могла знать, что простая и безобидная просьба обернется такой трагедией. После того, как Уильям Маршалл перестал быть главным подозреваемым в убийстве Робин Хойнс, дело зашло в тупик, ведь других подозреваемых у полиции не было. Однако через пару недель случился прорыв, когда один инцидент произошел в другом ресторане KFC в Fountain Valley, в 40 минутах езды от Торренса. 2 ноября 1984 в вечернюю смену в ресторане работал менеджер Питер Гетц. После закрытия он остался один, и в какой-то момент, примерно в 11 вечера, у окна, через которое передают заказы посетителям на машинах, остановился автомобиль. Питер подошел к окну, чтобы узнать, не нужна ли человеку помощь. И тот попросил подсказать время, хотя прямо перед ним висели часы, и они явно находились в поле его зрения. Этот человек сразу показался Питеру странным. Он был одет в камуфляжные брюки, куртку из темного денима, вязаную шапку, перчатки и ботинки, и имел при себе большую синюю сумку. Питер Гетц начал следить за подозрительным мужчиной. Он увидел, как тот припарковал свою машину рядом с рестораном и подошел к другому сотруднику KFC, Джону, который еще не успел уехать домой и находился на парковке. Через пару минут в дверь позвонили, и Питер открыл ее, так как увидел Джона. Но за его спиной стоял этот странный незнакомец. Джон спросил, не впустит ли Питер этого мужчину, так как ему срочно нужно позвонить, и Гетц отказался это делать, ссылаясь на правила ресторана, которые запрещали впускать посетителей после закрытия. 3 ноября Питер Гетц решил сообщить об этом происшествии в полицию, хотя ничего страшного не произошло. Когда детективы узнали об этом, они показали Гетцу фотографии грабителей и других преступников и включили в их число фотографии Уильяма Маршалла. И Гетц выбрал из всех предложенных снимков фото Маршалла. Оказалось, что именно в этом ресторане Маршалл раньше работал, просто Гетц не знал его, так как пришел сюда уже после того, как Маршалла перевели. Уильям не совершил никакого преступления, его не за что было арестовывать. Но после этого случая, 6 ноября, детективы начали на всякий случай за ним следить. Они были одеты в штатское и ездили на машине без опознавательных знаков. 10 ноября, когда группа наблюдения следила за подозреваемым, он поехал в Fountain Valley и припарковал машину около все того же KFC. Однако он выбрал не парковку самого ресторана, а парковку соседнего здания. С этого места он прекрасно видел все, что происходило внутри. Тогда в заведении находилось 3 сотрудника, 2 мужчин и женщина. Некоторое время он просто следил за рестораном, а затем уехал. Детективы последовали за ним и узнали, что он решил проверить еще парочку близлежащих KFC, прежде чем вернуться к самому первому. Сначала он попытался заглянуть внутрь через окно, но потом вернулся в машину. Через некоторое время он все же постучал в дверь, но, к счастью, ему не открыли. Было очевидно, что Уильям Маршалл присматривался к заведению, собираясь совершить ограбление, поэтому детективы решили арестовать его, опасаясь за жизнь сотрудников ресторана. 11 ноября 1984 в 12:45 ночи они остановили его на одной из дорог Лос-Анджелеса. Его попросили выйти из машины, и детективы начали обыскивать его автомобиль. В синей сумке был найден нож длиной 18-20 см. На нем не было следов крови, но по размеру он вполне мог быть орудием убийства в деле Робин Хойнс. В карманах брюк Маршалла они нашли 3 перчатки. Детективы арестовали Уильяма Маршалла и сообщили об аресте семье Робин Хойнс. Однако родственникам не сказали, кого именно подозревают в совершении этого преступления.
Согласно законодательству того времени, у них было 2 дня, чтобы решить, что делать дальше. Они должны были или предъявить ему обвинение и далее доводить дело до суда, или, если улик не хватало, отпустить подозреваемого. Детектив Ланкастер считал, что хотя дело было сложным, стоило передать его в суд и попробовать осудить Уильяма Маршалла. Но окружной прокурор считал иначе. Улики были косвенными, и даже на тех предметах, которые были найдены в машине подозреваемого, не было ничего, чтобы связывало его с убийством напрямую. Детективу пришлось позвонить семье Хойнс и сказать, что он поторопился, и окружной прокурор отказался передавать дело в суд, что разбило сердца родителей Робин. Вероятный убийца мог двигаться по жизни дальше, в то время как Робин лишили этой возможности. В 1986 году младшая сестер Хойнс, Уэнди, с отличием окончила школу, но Робин этого не увидела. Она не увидела и свадьбу средней сестры Триши, а ее 2 детей так и не познакомились с тетей Робин. Никто из них не знал, что решение проблемы спрятано на видном месте, просто еще не пришло время его обнаружить. Прежде чем дело наконец-то будет раскрыто, пройдет долгих 20 лет. 31 октября 1985 года, в годовщину смерти Робин Хойнс, ее семья заперла дверь и погасила свет. Они впервые не украсили дом к празднику, и даже само слово «Хэллоуин» вызывало только боль. К тому времени расследование давно прекратилось, хоть у полиции и был подозреваемый. Семья свыклась с мыслью, что дело так и останется нераскрытым. Они знали, что даже если преступник не попадет в тюрьму при жизни, он получит свое после смерти. Шли годы. У полиции были и другие дела, над которыми нужно было работать. И ведущий детектив Джефф Ланкастер сосредоточился на них. Однако, по его собственным словам, у каждого детектива есть такие дела, которые остаются с ним на всю жизнь. Для него таким делом было убийство Робин Хойнс. К сожалению, он ушел на пенсию, так и не сумев официально раскрыть его. В 2003 году убийство Робин попало к Джону Льюину, заместителю окружного прокурора. Он особенно любил работать над нераскрытыми преступлениями и, конечно, раскрывать их. По его словам, если бы он выиграл в лотерею много денег, он все равно бы пошел на работу, потому что занимался тем, что любил. Когда он узнал подробности дела Робин, он был убежден, что ее убил Уильям Маршалл, в этом он не сомневался. Предыдущие детективы тоже так считали, однако доказать его вину не удалось. Получится ли это сделать у Льюина? Помочь ему пересмотреть все улики должен был детектив Джеймс Уоллес. Уоллес имел очень интересное прошлое для детектива. По образованию он был дизайнером и некоторое время работал архитектором. Это отразилось на его подходе к детективной работе. Уоллес был очень внимательным к деталям, что является очень полезным качеством в таком деле, потому что часто ответы на все вопросы можно найти на фотографиях с места преступления. Детектив Уоллес сразу же заметил на снимках странный предмет и подумал, что если ему удастся понять, что это и как это связано с Робин, то ему удастся раскрыть ее убийство. Он считал, что этот предмет принадлежал либо жертве, либо преступнику. И когда он убедился, что этот кусок поролона не был частью ее сумки, ее одежды или какого-то предмета в ресторане, он утвердился в мысли, что он принадлежал убийце. Тогда он начал пересматривать фотографии Уильяма Маршалла. И на фото, снятых в день его ареста, он увидел, что на ногах Маршалла были тяжелые ботинки, похожие на ботинки марки Timberland. Обычно в задней части такой обуви бывает много мягкого наполнителя, и Уоллесу пришло в голову, что тот кусок происходил из ботинок Маршалла. К счастью, обувь Маршалла детективы забрали в качестве улик, и спустя 20 лет она все еще лежала в архиве. Поэтому Уоллес мог проверить свою теорию, и, конечно же, он оказался прав. Один ботинок так износился, что кожаная часть порвалась, и наполнитель в ней отсутствовал. Уоллес сразу же сообщил об этом Джону Льюину, и в интервью он говорит, что мог бы хоть 6 лет рассматривать фотографии ботинок, но ему никогда бы не пришла в голову такая идея. Детективы отправили улики в лабораторию ФБР в Вирджинии, и эксперты должны были подтвердить, что поролон из второго ботинка полностью соответствовал по характеристикам тому куску, который был найден на месте преступления. Для детективов это было и так очевидно, но важно было это доказать. Кстати, интересно, что во втором ботинке основная часть наполнителя также отсутствовала, и в конце вы узнаете почему. Эксперты тестировали лишь крошечные остатки. Наконец-то Джеймс Уоллес получил звонок из лаборатории ФБР. Он ожидал услышать, что они обнаружили полное совпадение. Однако ему сказали другое.
Доктор Брэдли, эксперт-криминалист и химик ФБР, сказал, что с точки зрения химического состава, остатки поролона в ботинке Маршалла и кусок вспененной резины, найденный в ресторане, не соответствовали друг другу. В наполнителе из ресторана не было фталатов, а в образце из ботинка они были. Фталаты – это группа веществ, которые добавляют в пластмассу для повышения ее гибкости и долговечности. Они используются везде, от пакетов до контейнеров. Эксперт сказала, что она не может определить, находился ли кусок наполнителя ранее в ботинке Маршалла или нет. Детектив попробовал убедить доктора Брэдли, что фталаты появились в образце из ботинка, потому что 20 лет эту обувь хранили в пластиковом контейнере, а кусок резины лежал в бумажном пакете. Но это не имело значения. Наука есть наука, они не совпадали. Тогда детективы решили найти Уильяма Маршалла и поговорить с ним еще раз, по прошествии 20 лет. Кто знает, где он мог быть. Возможно, он уже умер или находился в тюрьме. Однако они обнаружили, что дело обстоит иначе. Полицейские нашли его в горах в 2,5 часах езды от Лос-Анджелеса, в маленьком сообществе Mountain Center с населением около 30 человек. Идеальное место для того, чтобы спрятаться. Теперь он жил в двухэтажном доме с красивым двором. Оказалось, что после переезда туда Уильям Маршалл стал пожарным, и в 2000 году его даже повысили в должности до начальника пожарной команды. Он работал в пожарной части соседнего города Риверсайд. К 2003 году он жил в Mountain Center уже почти 15 лет. Местные звали его Биллом и уважали за то, что он помогает обществу. Детективы явно не ожидали, что Уильям Маршалл вот так провел эти годы. Неужели после убийства Робин он ни разу не совершил ничего противозаконного? Полицейские проверили его прошлое, и оказалось, что он все же сидел в тюрьме 2 года за кражу. И это произошло через пару лет после убийства Хойнс. Однако это не доказывало его вину в убийстве. Нужно было найти что-то еще. Когда Джон Льюин знакомился с материалами дела, он сразу обратил внимание на то, что алиби Маршалла было очень сомнительным. И Льюину пришла в голову идея. Он решил отправить одного полицейского в штат Огайо к Ивон, а второго в дом Уильяма Маршалла, чтобы провести 2 допроса одновременно, и чтобы эти двое не могли обсудить детали. Это был апрель 2005 года, и бывшая девушка Маршалла Ивон жила в Кливленде. Полицейские связались с ней и сказали, что хотели бы обсудить инцидент, который случился 20 лет назад – убийство Робин Хойнс. Она снова рассказала им свою историю. Ивон настаивала, что сказала чистую правду, и Маршалл всю ночь провел дома, рядом с ней. Таким образом, она подтвердила его алиби. В тот же день, 28 апреля 2005-го, полиция поговорила и с Уильямом, и он даже впустил их в дом. Похоже, что он чувствовал себя достаточно комфортно. Он снова отрицал свою причастность и сказал, что хотел бы наконец-то перевернуть эту страницу своей жизни и больше к ней не возвращаться. Тогда детективы решили попробовать другой подход. Они отметили, что он очень интересно носит ботинки, почему-то они очень сильно изнашиваются в районе пятки. Не понимая, к чему они клонят, Маршалл объяснил, что обычно не завязывает шнурки и снимает обувь, просто наступив на пятку носком второй ноги. Он даже показал им около 15 пар, и все они выглядели одинаково. Особенно полицию заинтересовали кеды марки Vans, у которых также была толстая прокладка в районе щиколотки. В конце концов, детективы объяснили, к чему они отметили его манеру носить обувь. Они сказали, что на месте преступления был найден кусок наполнителя, и они считают, что он выпал из ботинка Уильяма, когда тот уходил из ресторана KFC в ту ночь, когда была убита Робин. Ведь в его старых ботинках как раз не было наполнителя. С этого момента отношение Маршалла к детективам изменилось. Он не позволил им сделать фотографии его обуви и сказал, что, наверное, ему стоит нанять адвоката. На этом разговор был окончен, им не удалось получить признание. Допрос Ивон также не принес результатов. Однако, когда детективы, отправившиеся в Огайо, уже уходили из ее дома, она кое-что вспомнила. Когда Уильяма отпустили из участка в 1984 году, именно Ивон его забрала. По ее словам, сидя в машине, он все повторял и повторял, как же мне попасть в рай. Это явно были слова человека, который совершил что-то очень плохое. Однако и этого было мало. Через месяц детектив Уоллес вернулся в дом Маршалла с ордером на обыск. Он обнаружил, что теперь в шкафу подозреваемого царил почти идеальный порядок. Обувь не валялась, как раньше, а стояла на полках или коробках. Сильно изношенные старые кроссовки и ботинки, включая Венсы, исчезли. Однако на крыльце с задней стороны дома
Уоллесу удалось найти одну старую пару обуви, которую Маршал почему-то оставил. Он забрал ее, чтобы позже использовать как образец, показывающий, как Уильям Маршал носил обувь. Ботинки были хорошей косвенной уликой, но без вещественных доказательств дело могло легко развалиться. Дело очень помогло бы, если бы удалось найти ДНК Маршала на месте преступления, а как я говорил, детективы видели у него свежий порез на пальце, или же, если бы эксперт нашел кровь Робин на его ноже. Еще в 1984 году, когда Маршала арестовали и нашли у него нож, похожий на орудие убийства, этот нож передали на анализ эксперту Дэвиду Сугияме. На первый взгляд, никаких следов крови на нем не было, но Сугияма нашел следы крови на месте соединения лезвия и ручки, и анализ показал, что это кровь человека. В то время большего эксперт сделать не мог. В 2004 году, когда технологии продвинулись далеко вперед, криминалисты департамента шерифа Лос-Анджелеса изучили отчет Сугиямы и провели анализ ДНК. Результаты оказались разочаровывающими, им не удалось найти человеческую ДНК на ноже. На одежде, обуви и других предметах, которые забрали у Маршала в ночь ареста 10 ноября 1984-го, также не нашли следов крови. Криминалисты протестировали также образцы крови, которые были собраны на месте преступления, например, капли на сейфе. Оказалось, что это была кровь Робин Хойнс. Таким образом, криминалистическая экспертиза не помогла полиции связать Уильяма Маршала с убийством. Тем временем в Огайо бывшая девушка Маршала Ивон пыталась разобраться в себе. Прошло столько лет, все успокоилось. Но теперь, когда к ней снова пришли детективы, ее совесть не давала ей спокойно жить дальше. Все эти годы она обманывала полицию. У нее была информация, которая могла помочь им осудить Маршала. В тот день, когда она забрала его из участка, он сказал ей, почему ему будет трудно попасть в рай. Но она решила молчать, потому что он был с ней жесток. Однажды он так сильно избил ее, что ей пришлось бежать. Ивон боялась, что если пойдет против него, то однажды он ей отомстит. Вскоре после убийства Робин она обратилась к адвокату за советом, и тот посоветовал ей не говорить ничего полиции и не влезать в это расследование. Она так и сделала. Теперь Ивон решила проконсультироваться с адвокатом снова. Она тогда получала образование, и один из ее профессоров был адвокатом. Он предложил ей сказать правду, чтобы очистить свою совесть. Тогда она набрала номер полицейского управления Торренса и сказала, что у нее есть важная информация. На самом деле, у Уильяма Маршала не было алиби. Он не был в доме Ивон в тот вечер. Ивон рассказала детективам, что позже Уильям признался ей в убийстве и подробно рассказал, как все произошло. Она прекрасно все помнила даже спустя 20 лет и пересказала все до мельчайших деталей. Ее рассказ полностью подтверждали найденные улики и фотографии с места преступления, которым у Ивон не было доступа. Женщина поделилась с детективами, что в то время Маршал принимал наркотики, и ему постоянно не хватало денег, поэтому он жил в ее доме. В тот вечер 30 октября он пошел в ресторан, чтобы ограбить его, и Робин открыла ему дверь, так как Шерил Фуллер передала ей, что он должен зайти. Он убил ее, но так и не получил денег, и ему пришлось уйти ни с чем. Также оказалось, что через пару дней после самого первого допроса Ивон узнала, что за кусок наполнителя полиция нашла на месте преступления. После допроса она рассказала Уильяму, что полиция показывала ей какой-то странный предмет, и он объяснил, что из его ботинка выпал поролон. А когда он понял это, он вырвал наполнитель из второго ботинка и выбросил его. Несмотря на то, что Ивон было тяжело поделиться этой информацией, после того, как она все рассказала, она почувствовала, что тяжкий груз чужих секретов наконец-то куда-то исчез. Она устала бояться и испытала только облегчение. Ожидание ареста было очень томительным для семьи Хойнс. В каком-то смысле даже более трудным, чем то время, когда у них вообще не было надежды хоть когда-то осудить убийцу Робин. Детективы снова поспешили, желая как можно скорее принести хорошие новости, и позвонили семье Хойнс, как только нашли зацепку в виде ботинок. Они не дождались результатов из лаборатории. Этель Хойнс, здоровье которой с годами сильно ухудшилось, была ошеломлена, когда услышала, что звонок касался дела Робин. Детектив сразу предупредил семью, что над делом придется много работать, предстоит пройти еще очень долгий путь. Однако не было ничего удивительного в том, что Хойнсам хотелось как можно скорее увидеть убийцу Робин за решеткой. Как и 31 октября 1984 года,
Новость сестрам сообщила Ким. Трише тогда было 37 лет, и она была матерью двоих подростков. Новость вернула ее на 20 лет назад. Она почувствовала, как снова оказалась в том ужасном дне. Она всегда считала, что Робин была убита Маршалом, и задавалась вопросом, признается ли он в этом когда-нибудь. 35-летняя Уэнди узнала следующий. Потеря Робин была для нее равносильной потере своего места в семье, и она как будто застряла в возрасте 16 лет. Она не могла выразить свое горе и все эти годы жила в страхе перед Маршалом. Теперь же все должно было измениться. Хонсы ждали и ждали, и через 2 года решили написать коллективное письмо окружному прокурору Лос-Анджелеса Стиву Кули, чтобы попросить его не бросать это дело и довести его до суда. Было очень тяжело описать все эти десятилетия ожидания в паре абзацев, но они очень старались, потому что хотели, чтобы он знал, что для них Робин была особенной. Особенно важным оказаться в зале суда было для их отца Вёрджила. Каждое утро после смерти дочери он сидел на краю кровати, надеясь, что она пройдет по коридору и зайдет в комнату, чтобы пожелать ему доброго утра. Вёрджил переживал горе тяжелее всех. Он считал, что как отец сделал недостаточно, чтобы защитить Робин. Он был болен эмфиземой. Она является неизлечимым заболеванием. И долгое время отец боролся с болезнью и ее последствиями. В 1995 году семью поразила еще одна трагедия, когда 62-летний Вёрджил Хойнс решил уйти из жизни. На его могильном камне написали «Папа не здесь, он с Робин». Однажды, уже после новости о возобновлении расследования, сестры Хойнс собрались в доме Уэнди. Она приготовила любимое блюдо Робин – свиные отбивные с яблочным пюре. И за ужином женщины впервые за эти годы делились счастливыми воспоминаниями о погибшей сестре. Они вспомнили, как долго Робин всегда распечатывала рождественские подарки, как она пела песню из рекламы хот-догов своим высоким голоском, который заставлял всех хохотать, как она дольше всех молилась и когда 2 часов ночи могла играть с друзьями в настольную игру. Арест Уильяма Маршалла наконец состоялся в сентябре 2006 года. Он был взят под стражу в пожарной части Thousand Palms. Известие о том, что мужчина, подозреваемый в убийстве Робин, много лет работал пожарным, стало для ее семьи и новых друзей Маршалла шоком. Как он мог отнять одну жизнь, а затем спасать жизни других людей? Суд над 46-летним Уильямом Маршаллом наконец-то начался в октябре 2007 года, спустя 23 года с момента убийства. Семья Робин получила ответы на очень многие вопросы, которые волновали их все эти годы. Полиция почти ничего не рассказывала им о расследовании. Например, их всегда волновал вопрос, почему такая осторожная и ответственная Робин открыла в тот вечер дверь. Лишь когда они услышали показания Шерил Фуллер о звонке Маршалла, они узнали, что Маршалла ждали в ресторане. Вот почему. Уильям Маршалл не признал свою вину и каждый день приходил на заседание суда с Библией, которым постоянно держал в руке. Он молчал и только слушал, как прокурор Джон Льюин рассказывал присяжным, что хладнокровное убийство было заранее спланировано Маршаллом. Его знала как Робин, так и Шерил, поэтому кто бы из них не работал в тот день в вечернюю смену, был бы убит, ведь обе девушки могли опознать Маршалла. Когда он шел на ограбление, он уже это понимал. Ему нужны были деньги на запрещенные вещества, и ничто не должно было ему помешать получить их. Его зависимость была не просто словами Ивон, ее удалось доказать. Оказалось, что ранее его арестовывали за хранение наркотиков. На суде давали показания многочисленные эксперты. Они рассказали, что хотя нельзя было точно сказать, происходил ли кусок наполнителя из ботинка Маршалла или нет, нельзя было исключить такой вариант. Отсутствие фталатов в поролоне с места преступления не означало, что он не мог когда-то быть наполнителем ботинка. Также присяжным продемонстрировали фотографии другой обуви Маршалла, которые показывали, что все его ботинки выглядели примерно одинаково и сильно изнашивались в области пятки. Ивон, бывшая девушка Маршалла, которая не видела его 20 лет, прилетела из Огайо, чтобы дать против него показания. Позже она сказала в интервью, что ей очень хотелось подойти к нему и сказать, что он сделал больно не только этой семье, но и лично ей. Шерил Фуллер также была свидетелем в суде. Она рассказала, как нашла тело, и было видно, что ей очень тяжело вспоминать тот день. Особенно тяжело было находиться с семьей Робин в одном зале суда, ведь она считала, что они винят ее в ее смерти. В конце концов, Шерил разрыдалась и выбежала из зала, а судья объявил перерыв. Однако после суда
Женщина узнала, что все эти годы ошибалась, и семья Хойнс не ненавидела ее. Этель Хойнс подошла к ней и сказала кое-что, что все для нее изменило. Робин была хорошим человеком, и поэтому согласилась помочь и поменяться сменами. Сказала мать Робин Шерил Фуллер. «И я верю, что ты тоже хороший человек и поступила бы так же». Семья Робин не винила ни в чем не только Шерил, но и Ивон. В интервью она вспоминает, как одна из сестер Хойнс улыбнулась, когда они встретились глазами. А после суда Ивон получил от них благодарственную открытку. Жюри присяжных потребовало всего 5 часов, чтобы прийти к вердикту. 28 сентября они признали Уильяма Маршалла виновным в убийстве Робин Хойнс. Кстати, по очень интересному стечению обстоятельств, председатель жюри присяжных родился 31 октября 1984 года, в день, когда ее тело было найдено в ресторане. А через 23 года он стал одним из тех людей, кто отправил ее убийцу за решетку. Старшая сестра Робин Ким считает, что сам Бог привел этого человека. В день вынесения приговора вся большая семья Хойнс присутствовала в зале суда. Они не ждали от маршала признания вины, и ему нечего было сказать. Всего за 3 недели до начала суда самая младшая из сестер Хойнс Уэнди вышла замуж. В день свадьбы она скучала по Робин и своему отцу, но за последние 4 года, с момента возобновления расследования, многое изменилось. Она назвала это время периодом исцеления. Когда слово дали средней сестре Трише, она сказала, что убийство Робин оставило в ее сердце пустоту, и с тех пор любое радостное событие в ее жизни было окрашено печалью. Она также сказала, что тяжело было наблюдать за Маршалом во время суда, ведь он не проявил ни единого признака раскаяния. Она надеялась, что он хотя бы сожалеет о том, что сделал со своей семьей. Последней говорила старшая Ким. Она рассказала о Вёрджиле, отце семейства, который умер от горя. Также она сказала, что хотела бы, чтобы и другие семьи, ожидающие правосудия, получили его. В конце этого судебного заседания судья Марк Арнольд назвал Маршалла истинным злом. Он сказал, что тот трусливо нанес Робин удар в спину, а затем показал, что в нем полностью отсутствует человечность, когда попытался совершить такое же преступление в другом ресторане KFC через несколько дней. Он приговорил Уильяма Маршалла к пожизненному заключению без возможности освобождения. Всего через 2 недели после окончания суда снова наступил Хэллоуин. И это 31 октября 2007 года ознаменовало новую главу в жизни этой семьи. Этель Хойнс сказала своей дочери Ким, что нужно, как 20 лет назад, купить конфет к празднику. Ким говорит, что для кого-то это заявление может звучать незначительно, но не для этой семьи. Теперь они снова могли окунуться в свой некогда любимый праздник, зная, что 31 октября – это не только день, когда они узнали о смерти Робин. Теперь их утешало то, что справедливость восторжествовала. Как всегда, спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Надеюсь, оно вам понравилось. Ну а мы с вами увидимся в следующем ролике. Всем пока!